Замечательное поздравление. Друг, заслужили Семен и его прекрасная очаровательная спутница Кристина. Аплодисменты! Здравствуйте.
Как всегда, здоровье, да? Тише побольше, чтобы радовали близких. Ну, любите друг друга. И будьте счастливы. Люблю я таких гостей. Ребят, ну очень в первую очередь то. Я очень рад, что когда-то вообще поселился в свою комнату вообще в этом долбанном Североморске. Мы с тобой там, ну, повидали, Оль. Я очень рад, что он встретил тебя наконец-то. Ты бы видела, что с ним происходило без тебя. Господи Иисусе. Я видел, ребят, я видел. Поэтому я такой. В общем, док. Спасибо, что ты есть. Ой, спасибо, что ты такая классная. От лица моей семьи я, ну, искренне хочу вас поздравить. Наконец-то я дожил до этого дня, через все раски, через все конфликты. Я проехал 2000 километров, чтобы сюда попасть. Я обязан был это сделать, я обязан. Но ты лучший, ты супер. Он мне вчера колол уколы от спины, то есть он нормальный врач, кстати. Я не говорю, 200 рублей. 200 рублей консультация. Но, спасибо тебе огромное. Ой, ты супер, вы молодцы. Я вас очень сильно люблю. Вы лучшие. Дай Бог вам здоровья, здоровья вашим детям. Здоровья вашим родителям, вашим друзьям, здоровья всем, кто здесь находится. Это не последняя наша встреча. Я попытаюсь ездить в этот прекрасный город. Это прекрасный город, Москва. Я постараюсь здесь быть гостем. Я люблю вас, спасибо. Поздравляю, Киш! 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 Давайте подарим аплодисменты прекрасной паре за такое шикарное поздравление. Я в такие моменты, мне кажется, что у меня появляется соведущий на празднике. Все, пока сказал серьезно. Так, друзья, много поздравлений было сказано. Ответьте мне на вопрос, кого желали практически в каждом поздравлении? Конечно, детей. Правильно, Вань, молодец. А мне нужно два активных молодых человека, мужчины, вот кто хочет. Давай, Тём, аплодисменты тебе. И еще один нужен. Вот, мне кажется, Андрюшку надо задействовать. Я думаю, он уже соскучился сидит. Там не конкурс, Андрюш, не переживай, все нормально. Аплодисменты ребятам. С Андреем мы все уже знакомы. Креативный человек, да, с Виагрой вместе, да, надо продюсировать, чтобы все было круто. И, Андрей, мне задал такой вопрос. Как ты думаешь, Леш, кто будет первый у этой замечательной пары, мальчик или девочка? Вот я хочу спросить у вас, кто будет первый, мальчик или девочка? Не слышу, мальчик или девочка? Стоп. Мне понятно, что ничего не понятно. Кто в лес, кто в огород. Кто-то кричит «мальчик», кто-то кричит «девочка», кто-то кричит «двойня». Да, вам сейчас отдельно понравится тем, кто двойня кричит, поверьте. Да, и, значит, Андрюша привез такие вот замечательные восточные юбки. Говорит, давай, говорит, погадаем. Только, говорит, немножко необычно. Надоели мне позвоночки, позвоночки. Все, говорит, Кузбасс, давай, говорит, вот такую штуку. Андрюш, за кого будешь собираться, за мальчика или за девочку? За девочку, держи розовую тогда юбочку. Тём, ты будешь тогда за пацана, тебе синяя юбочка. Да не, мы креативно все сделаем, конечно. Вяжи ее себе на пояс. Да, ты тоже на пояс. Вот. Мы с ребятами репетировали этот танец 3 месяца, друзья. Да.
Поэтому, когда они сейчас будут ходить вот это тыщ-тыгадыщ-тыгадыщ-тыгадыщ-тыгадыщ, вы им будете класть деньги, да? Если ребята плохо танцуют, деньги не кладите до тех пор, пока у них все волчки играть не начнут. Понятно? Да. А чтобы не спрашивали, где у мужиков копилка и куда класть деньги, я принес вот такие горшочки. Такие замечательные сальные горшочки. Розовый я даю Андрею и голубой даю, соответственно, Артему. У ребят будет ровно одна минута, друзья. Понятно? Поэтому давайте на первые пеленки-распашонки, сколько не жалко. Скажу вам честно, ребята не хотели проводить сбор за мальчика, за девочку, я настоял. Ну, есть такая традиция, почему бы нет. Все, ровно одна минута. 3, 2, 1, поехали! Андрюш, бедрами, пошевели чуть-чуть. Вот, Артем, молодец, хорошо. Можно поактивней, поактивней. Да. Танечка смотрит и говорит, ой, а мой, посмотрите, красавец какой, да? А Оксана говорит, а мой лучший, мой самый красивый. Да, Андрюш, ягодицами, ягодицами. Не стесняйся, вот. Артем, молодец, вообще, супер. Артем прям серьезно подошел к этому вопросу, долго репетировал. Молодец, Артем. Быстрее, быстрее, остается 20 секунд. 15. 10. 9. 9. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Стоп. Все, набрали. Пойдем считать. Пойдем считать. Так, давай, Тём, ты считай здесь. Андрюша, а ты считай здесь. Да. А я хочу обратиться к молодоженам и спросить у них. Олечка и Колечка. А вы с... дочку? Да? Оль, тоже дочку? Детей, умничка, Оля. Оля, молодец. Правильно сказала, я сейчас объясню, почему. Так, ребят, бухгалтера нужны или сами справитесь? О, нормально Андрюшка насобирал, да. Ты хоть раз столько зарабатывал, скажи мне вот так за одну минуту. Ну, у тебя, наверное, Виагра столько не приносит, сколько ты сейчас заработал. Ребята запомнили, они теперь электричка Солнечногорск Митина с утра вышли, тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, пробежались, денег собрали и работать не надо, все. Милаша, ты чего гонишь? Не, Милаша там нормально, кстати, да, насобирал. Он даже, даже ягодицами работал, там периодически волчки играли, то есть, ну, все нормально было, да. Молодцы, ребята. Кстати, им сейчас тоже по подарочку. Слушай, у вас классные друзья вообще. Он говорит, что, я зря сюда ехал 2000 километров. Ну, да, он и билет просто, чтобы уехать. Итак, друзья, Артем, вставай сюда. Важный момент. Сколько мы собрали за мальчика? 2164. Аплодисменты, друзья, неплохой результат. Так, а сколько мы собрали за девочку? Тут вот 300 есть. Нет, это убери, это пускай они себе, студенты, оставят. Ну и помимо 2550. 2550, друзья! Но на самом деле, бросай сюда. Да, и не важно, кто в этой семье будет первый, мальчик или девочка. Олечка правильно сказала. Главное, чтобы ребеночек был здоровый, умный и желанный. Все со мной согласны? Давайте поднимем бокалы за детей, друзья. Я глава из Москвы.
А вот и намек нам, да? Да. Вот и будущая Дашка прибежала. Счастья вам, дорогие наши. Любви, благополучия, взаимопонимания. Чтобы все-все было прекрасно. Спасибо. Самое главное здоровье. Цените, уважайте друг друга. Детей вам красивых и здоровых. А остальное все вернее. Самое любимое. Yeah.
Если ты на постели, надо протестить любовь. Искупайте в овациях Артёма за это прекрасное исполнение. Уважаемые гости, мне очень хотелось бы предоставить еще одно слово для поздравления. А дальше нас ждет очень красивая традиция, очень красивый нежный обычай, нежный ритуал, где я попрошу вас всех отнестись серьезно, пригласить сюда наших мамочек и нашу молодую пару. Ну а пока я хочу предоставить слово самым ярким, самым красивым, веселым, зажигательным Виагра и Меладзе во главе, друзья. Встречайте аплодисментами! Успех, ты писал, ты мне песок пол собрал.
до сих пор любила меня. Она до сих пор не вымыла. Крутила меня пудрой, одевала, воспитывала. Случилось благодаря тебе. Да, со Светкой пережили с тобой. Очень рада. Испортили девку. Оля, да. Поздравляю. Я очень рада. Я сегодня первый раз жизни, на первый раз свадьба, а у меня чуть слезами потекла, я не проиграю. А у меня слезы. Ну, видишь, может, на видео, что я сказала. Она не сказала. Прямо на полголовы. Света покрасила? Или это третий ребенок надеялся? Ну, все сказали, любви там, всего хорошего. Я у меня многодетная мать, желаю многодетства. А чтобы быть счастливыми родителями, вам кто может помогать? Только ваши родители. Поэтому мы предлагаем выпить за ваших родителей. Ура! Мы всегда рядом с вами, поддерживали вас, помогали. Каждый фасочки, каждый Оля, другие. Оля и Оля. Но это для нас. Родителям мы хотим сказать только, но Сашка, 7 часов вечеринка не заканчивается, наш подарок продолжится. У нас есть сюрпризик, а ему выкупать. А они там в купальнике. 7 часов продолжение. А сейчас попьем за родителей и родителям. Боже, боже, что происходит? Вечеринка выходит из-под контроля. Ягры все взяли под контроль на себя. Да мы говорим, птички на себе. Спасибо. Уважаемые гости, есть такой красивый ритуал, как зажжение и передача домашнего семейного очага. Ребята, встаньте, а мамы встаньте по краям, с одной и с другой стороны. Я точно знаю, что для ребят эта красивая традиция очень много значит. Перед вами сейчас стоят две прекрасные, очаровательные королевы красоты, которые родили этих замечательных детей, воспитали. Вы видите, как они целовались сейчас с нашими папами, что говорит о том, что мамы сумели сохранить этот домашний очаг и пронести на протяжении всей жизни. Сегодня они будут передавать этот домашний очаг в руки нашей замечательной молодой пары. Жизнь, она не всегда праздник. Будут штормы, будут непогоды. Ребят, если что-то пойдет не так, приходите к вашим мамам. Они обязательно помогут не только материально, но и советом. Они уже мудры, они прошли очень много. Не учитесь на своих ошибках, учитесь на чужих. Они вас очень любят, они всегда вас поддержат и помогут. Коль, тебе да маленький совет, будь поласковее с тещей, с деньгами будет проще. Да, это уже проверено годами. Да, чувствуете, у папы там глаз задергался сейчас в этот момент, да? Я прошу под бурные аплодисменты всего зала. Мамы, зажгите, пожалуйста, этот символичный домашний семейный очаг своим детям. Друзья, поддержите аплодисментами! Горит, друзья! Смотрите, как красиво и ярко горит. Поцелуйте своих детей. Я хочу попросить Колю и Олю посмотреть друг другу в глаза.
Мы желаем от всей души, искренне от всего сердца, чтобы через много-много лет вы смотрели друг на друга с такой же нежностью, с такой же любовью, с таким же уважением и с такой же теплотой. И, друзья, в конце этого прекрасного ритуала я делаю то, что не проговариваю ни с молодыми, ни с родителями. Я делаю породнение двух свах. Свахи целуются, друзья! Поддержите наших мамочек аплодисментами. Пускай всегда, всю жизнь ваши двери будут друг для друга открыты. Любите друг друга, цените, уважайте и дружите. Это самое важное и самое главное. Счастья вам, любви и исполнения всех ваших желаний. Ну что ж, под аплодисменты я мамочек приглашаю за стол. Поворачивайся спинкой к своим красавицам. Ольчик, смотри на меня. Сейчас, говорит, подожди. Ты можешь там не подговаривать, я все равно всех сейчас поменяю, Оль. Это бесполезно, да. Что вы без трусов? Что, повторил слух, сказал, да? Извините. Все, друзья, полная тишина. Я хочу немножко пообщаться с нашими дамами. Прекрасные леди, я вас прошу... Да что у меня за соведущий-то все время мешается, не пойму. Прекрасные леди, я вас хочу попросить сейчас об одном. Забудьте, ой, мой маникюр, ой, мой педикюр, Все. Боритесь за свое счастье, понятно, Кать? Услышала меня? Прям боритесь за него, да. Я вас хочу предупредить, что Олечка у нас чемпион Москвы и Московской области по метанию ядра. Поэтому, да, если кому-то прилетит, так, то и надо. Ребеночка лучше забрать, да, потому что тетки взрослые могут затоптать, да. Все, Олечка, готова? Подожди. Что, подождите, мы еще разговариваем. Тогда повторяй за мной. Букетик, букетик. Букетик, букетик. Принеси счастье и любовь той. Принеси счастье и любовь той. Кто тебя поймает? Кто тебя поймает? И пусть мы с Колечкой. И пусть мы с Колечкой. И пусть мы с Колечкой. С моим самым сексапильным мужем Колечкой. Самый сексапильный. Слушай, у нее классная дикция, ей надо на телевидении работать, честное слово. Будем гулять у нее на свадьбе. Будем гулять у нее на свадьбе. Совершенно бесплатно. Прям так и говори. Я бесплатно ничего не делаю. Говори бесплатно. Ну что ты бесплатно? Молодец, умница, друзья, поддержите. 3, 2, 1. Роса! Борис! Аплодисменты! Просто вырвало! Алла, мы тебя поздравляем! Я умоляю, скиньте мне потом это видео. Я давно не видел такой борьбы, такого рвения. Аллочка, Алусик, мы желаем, чтобы этот букетик по-настоящему принес тебе счастье, да. Аплодисменты, Алла, друзья! Кто меня еще ловил? Нафиг, по кусочечку счастья вам тоже. Всем принесет, конечно. Держите, моя хорошая. Слушай, ну я хочу сказать одно. Столы надо быть поаккуратнее. Да. Я видел, как она сейчас боролась за этот букетик. Люди в шоке. Алла, тебя не забудут никогда. Друзья, ну есть еще одна красивая традиция. Значит, невеста может делиться своим счастьем. А мы, мужики, что, лысые, что ли? И мужчины придумали. Будем бросать подвязку. Да, я хочу бросить клич. Если в нашем зале холостяки, выходим! Олечка, не уходи. Вот они, красавцы. Вань, ты жена? Ваня, жена, да? Все. А здесь все официально, да? Все официально. Посмотрите, всего 2 человека, а? Ладно. Тогда, друзья, я приглашаю Олечка тебя вот сюда. Ставь свою красивую ножку на этот стульчик. Сейчас все будет, подожди, да. А Коля будет снимать подвязку с ножкой любимой. Но, друзья, у меня одна просьба.
Когда Коля будет снимать подвязку, не надо кричать «Горько». Дайте спокойно снять подвязку, ладно? Все, друзья, поддержите аплодисментами этот интимный момент. Поехали! Олечке нравится! Ты, ты что там делаешь? Это не подвязка. Ты сейчас не то снимешь. Осторожнее, Коля, осторожнее. Коля, 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 нежнее. Левее, Коля, Коля, левее, Коленька. Никуда полез, снова. Николай, что ты там творишь? Мама, да, вы еще помогите, мама. Отставьте их в покое. Взрослые ребята разберутся сами уже. Да, есть, он это съел, друзья, аплодисменты. Смотрите, какая довольная невеста сразу, да? Вот не забывайте про такие моменты и в семейной жизни периодически играйтесь, да. Ночью раз такая, сними, как говорится, с меня подвязочку, пожалуйста, и все. Ладно, это все шутки шутками. Парни, то же самое, забыли про всю ерунду, прям... И поймали, понятно? Ну, такие два здоровых. Интересно даже, кто ж поймает. Прям, да. Коль, отвернись, отвернись, да. Меняемся, меняемся, меняемся. Все, поменялись. Итак, Коль, готов? Готов. Делаешь просто, говоришь. Эх, прощай, моя холостяцкая жизнь. И назад, понял? Готов? Все, давай. Давай. Северный флот не подведет. И всегда на страже Росгвардия. Сама прилетела. Аплодисменты, Тём, мы тебя поздравляем. Давай фото на память вместе с женихом. Посмотрите на нашего фотооператора. Мы желаем, Тём, чтобы действительно тебе эта подвеска принесла любовь. Да, если нету, ищи. Если найдешь или нашел, береги. Да, 2000 километров не зря проехал. Подвеску заберешь с собой. Аплодисменты, друзья! Дорогие мои, Оленька, от всей души поздравляю вас. Днем рождения вашей семьи. Пусть этот день будет самым-самым главным праздником вашей жизни. Главное, мы слышим. Мы слышим, нас поздравляем. Мы слышим. Любим вас, добра, благополучия. Пусть ангел-хранитель всегда будет с вами. Хранит вашу семью от всяких бед, от всяких дом, от всяких несчастий. Любите друг друга, берегите друг друга. И чтобы вы пронесли эти чувства до конца ваших дней. Пусть каждый день вашей совместной жизни был вам всегда в радость. Дай Бог, чтобы всего этого у вас было. Чтобы вы любили и помнили, и знали, берегли самые дружные, берегите ваши чувства. Не разбирайте их вам. Знайте, что жизнь, она не повторяется, и каждый день он единственный и неповторимый. Помните, ребята, у меня 29 числа 32 года. А то зажали, тоже мне боксерша. Я не буду. А вам, ой, вам хочется, чтобы вы помнили каждый день. Любили его, берегли его и заботились за ним. Пусть будет у вас все-все самое доброе, прекрасное, хорошее. Любите. Спасибо. Спасибо большое. Ой, надо тебе с моим племянником познакомить. Очень рада была, мои хорошие. Очень классно, он очень свободный, береги его, пожалуйста. А ты его, Коля, ты Колю?
будешь дело иметь со мной, скажи. Поэтому я хочу, чтобы моя мама не обиделась, чтобы мы все встретились, чтобы вокруг нас были наши все внуки, правнуки. Чего? Правнуки. Золотой, смотри. Правнуки. А золотая свадьба сколько? Пися. Ну, не. Я уж тут не вытерплю, вы подсунули. Да мы с тобой бриллиантовую еще сыграем. Вытерпим. Не забивай тут человека. Я хочу, чтобы вас тоже на вас съели. 50. Ну, Коля! Я вас люблю. Умничка! Умничка! Дорогие наши ребята, да. Вот в любом случае, именно так. Мы хотим вам, вот, честное слово, вот, искренне поздравить с такой замечательной дамой. Вы еще молодцы, мужчины. Хотим вам пожелать Посмотри. Большущей любви. Чтобы вы ловили кайф от этой жизни, чтобы вы получили большущее удовольствие от этих малышей. Ну, блин, сколько молодых. Не пожелаешь мне жизни. Чтоб не приставал. Я наоборот разобьёл. Что, значит, я что-то... Ну, а вообще, ну, ты здоровый, счастливый. Мы у нас у всех во благо. Ты кишь потом. Я может... Давай ты накишешь. Я слышу, как он меня упал. Я думаю, это Андрюха. Юрчики, я вас хочу поздравить сердечно. Ну, присоединяюсь к здоровью, которое мы здесь посвящали уже. Вот. Самое главное в семейной жизни – это терпение. Ты давай, мой друг, не пили Олю, а Олю люби Олю. Вот. В общем, счастья вам, любви, здоровья. Самое главное, то, что вы хотите, это все будет. Но это должно быть как-то внутреннее, вы должны себе это желать. И я за это буду молиться просто на вас. В общем, мы, друзья, будем с вами. Если какие-то проблемы, если даже радости, там неважно что, мы всегда рядом. Ну, ты же знаешь. Я вас люблю. Познакомься, кстати, большой. Андрей, Коля, Коля, Андрей, Федор. Спасибо огромное. Все. Вот так выносил. Все у него деньги складывают. А то я о другом думаю. Вот таких вам чудесных малышей. Пошли уже. Созвучно. Вы знаете, что я хочу пожелать? Я вот пожелаю точно. Мы, Оля и Коля, чтобы ваша жизнь семейная была такой же созвучной, простой, звонкой. Оль, давай, ну, если даже трудности. Ну да. Терпимы были друг другу. Всегда. Ну, важно. Радость. И беда, чтобы вы были вместе. Потому что будет разное. Но вы должны быть вместе. Оля. А как бы не было тяжело, ты всегда должен быть рядом с Олей. На звонке, лично, через друга, через брата, через папу, через маму. Мою девочку возьмёт. Тихо. Женский, смотри, Оля, а ты?
чтобы Коля всегда рядом, ты должна быть. Не пилите его. Такой же, как я знаю Олю. Веселый, отзывчивый, легкий на подъем. Хорошей хозяйкой, гостеприимной и сексуальной. И тогда Коля будет точно всегда рядом. Счастья вам, мои дорогие. Спасибо. Мы давно не мешали кинж нашим молодым. Коля, Олечка, это человек, девочка, а вот просто. Посмотри, какая она. Вот, вот она приняла участие в моей жизни. Смотри, моя жена красавица, у меня дочка красавица. Все благодаря ей. Она принимала в этом большое участие. Да? И только она? Она молодец. Катенька тоже. Да, я молодец, большая. Федор, чтобы вы, да. чтобы вас смешать, поженить. Ее ты должен держать за каменной стеной и за семью замками и за семью печатями. Да. Короче, да. Она твоя, она ей. Все. Ну что, давайте наших поздравляющих также одарим аплодисментами, друзья! Кричать аплодисментами! Вот она память. Ну что ж, у ребят сейчас будет очень непростая задача. Они должны будут отрезать 3 кусочка самостоятельно. Как вы думаете, ребята с этим справятся? Давайте проверим. Ребята, отрезайте 3 кусочка. Нет, режь. Вместе, Коля. Теперь вместе. Все, да. Вот. Ножик взял Николай. Правильно, лопатка ему не нужна. Лопатка его теперь будет ждать другая. Газонная на даче. Я думаю, теща придумает применение. Поддержите аплодисментами, ребят, чтобы не в тишине отрезали. Пока ребята отрезают, я хочу немножко рассказать про этот замечательный торт. Он содержит 0,00001 секстиллионную калорию. Понятно? Поэтому кушать можно всем, никаких лишних килограммов, никакого целлюлита, ничего не будет. Да, мужчины, видите вот эти цветочки? Это непростые цветочки. Поверьте, после этих цветочков ваши дамы будут носить вас на руках. Понимаете, о чем я, да? Я не просто попросил ребят отрезать именно 3 кусочка. Сейчас расскажу, почему. И назад уже дороги нет. Скоро печаль, скоро печаль. Все уйдет, и нам немного жаль. Знаю ответ. На вопрос, ты есть или нет. Вот, друзья, этот замечательный торжественный момент. Первый кусочек появляется на тарелочке. Поддержите, ребята, аплодисментами. Есть! Они это сделали! Отлично! Почему я попросил отрезать 3 кусочка? Первый кусочек с недавних пор, Олечка, с недавних пор, по новой свадебной традиции, друзья, достается ведущему. Спасибо, ребят, огромное. Я хоть тортики пробовать стал, а то все время мимо. Да, вот 2 других кусочка, уважаемые гости, ребята, отрежут и будут вручать под аплодисменты всего зала своим самым любимым, самым драгоценным и самым любящим мамочкам, конечно. Коля понесет маме нашей невесты, ну а Олечка понесет маме жениха. Скоро тепло, скоро тепло.
скоро много на воды натекло. Скоро тепло, скоро экстаз. Эта музыка доходит до нас. Поддержите, ребята, аплодисментами, они вручают замечательные вкуснейшие кусочки свадебного пирога своим родителям. Друзья, а я хочу вернуться к первому кусочку. Это была шутка. Он не достается, конечно же, ведущему. Первый кусочек традиционно на свадьбе. Что делают? Продают! Правильно, продают. Вы, наверное, сейчас подумаете, что я устрою буржуйские торги. У меня есть 100 рублей, у меня есть 500, у меня есть 5000, я выиграл. Нет, друзья. Мы сделаем такой спецаукцион. Денежка с собой сейчас не будет иметь никакого номинала. Понятно? Это всего лишь бумажка. То есть, будь то 100 рублей, 500 или 5000, они между собой равны. И получит этот сваренный кусочек тот, кто мне последнюю бумажку вот сюда положит, а я буду скандировать, например, там, Артем раз, Артем два, Артем вас возьми. Как я скажу три, я этот торт отдам. Понятно? Поэтому вопрос. Кто хочет открыть наш свадебный аукцион? О, Аллочка, иду к тебе. Любая бумажка, никакого номинала. А, единственное табу. Мы не принимаем белорусские зайчики, украинские гривны и мелочь, извините, курс маленький. Обязал! Да. А все остальные, о, отлично, Алла раз. Вот Семен. Семен раз. Семен два. И знала нет, к сожалению. Семен два с половиной. Так, иду, иду. Час. Приду ко всем. А какие вещи принимаешь? Нет. Любая бумажка. Отлично. Итак. Евдокия. Раз. Евдокия. Семен. Настоящий мужчина сказал, говорит, для любимой ничего не жалко. Говорит, на такси домой не поели, пешком пойдем, но торт съедим. Итак, бегу сюда. О, Катерина, правильно? Катерина, раз. Семен, кто бы сомневался, а? Семен, молодец. Семен, раз. Семен, два. Семен, два с половиной. Иду. Аукциончик поставь мне, пожалуйста, Стас. Аукциончик. Катерина, раз. Катерина, два. Катерина, два с половиной. Катерина. О, молодец. Таня, раз. Таня, два. Таня, два с половиной. Тань. О, иду, Семен. Кто бы сомневался, Семен сказал, я две зарплаты сюда принес сегодня. Катя, бегу туда. Катя, раз. Катя, два. Катя, два с половиной. Катя. О, новые игроки. Нет, руку подняли, кидайте. Как зовут? Саша. Саша, раз. Саша, два. Катя. Да, о, у Кати мелкие закончились, крупненькие пошли. Катя, раз. Катя, два. Катя, два с половиной. Катя. Семен. Кто бы сомневался. Семен, раз. Катя. Аллочка, давай, моя хорошая, подняла, кидай. Оп. И сразу к Катюше бегу. Нет, 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 нет. Сниму с торгов. Руку подняли, кладите. Да, руку подняли, кладите. Катя. Оп. Катя, раз. Катя, два. Так. Татьяна, раз. Татьяна, два. Малыш, ну кидай, ну их не принимай. Алла, бегу к тебе. Алла, раз. Алла, два. Алла, два с половиной. Алла, Ваня, давай. Оп. Евдокия, раз. Евдокия, два. Аллочка. Оп. Алла, раз. Алла, два. Алла, с половиной. Алла. Таня. Таня, умничка. Милаза раскулачивает, сидит, а? Хитрюга какая. Таня, раз. Таня, два. Не могу. Вот смотри, она подняла ручку. Как я ее? Она же потом... Ты видела, как она букет ловила? Знаешь, что со мной потом будет? Алла, раз. Алла, два. Алла, с половиной. Алла. О, Сережа. А Сереж... Нет, Сереж, такие не принимаем. Но настоящие деньгами, деньгами только любая бумажка. Да, ты не хитри, не хитри. Ладно, я у ребенка принял. Так, Алла, раз. Алла, два. Что? Алла, три. Еще хочешь положить? Сама с собой торгует, сумочка какая, а? Алла, раз. Алла, два. А Сережа молодец. Тоже хитрый. Руку поднял и говорит, Андрюх, дай денег. Ну, ну, ну быстрее, кошелек забыл он. Быстрее, у нас не эстонский аукцион, а все должно быть динамичненько, да. Там золотую карту дали. Так, ну все, снимаю с торгов, значит, да?
Все, увы. Итак, Алла раз, Алла два, Алла два с половиной, Алла... Да, ничего. Можно разменять? В смысле разменять? Ты что? Это что за еврейские нотки? Я не понял сейчас. А? Ну вот тебе, Агра. Андрюш, ты им вообще платишь, нет? Говорит, разменять можно? А ты у гаишника тоже сдачу просишь, когда две сплошные пересекаешь? Я, говорит, вам дам 5, а вы мне 3,5 обратно верните, пожалуйста. Алла с половиной, Алла! Клади. Нет, менять нельзя, Таня. Таня раз, Таня два, Алла, нифига себе. Сходи в круг. А что ты две-то закинула? Одна бумажка. Хорошо. Алла раз, Алла два, Алла два, Алла, Алла, Ваня. Ванечка проснулся. Так. Евдокия раз. Евдокия, Алла. Алла раз, Алла два, Алла Сэй, Ваня. Он поднял руку. Оп, тоже крупные пошли, тоже мелкие закончились. Алочка. Раз, Алла два, Алла два с половиной, Алла три. Рандана. Самый вкусный, самый главный кусочек свадебного пирога достается. Зачем считать? Не надо считать ничего. Аллочка, эти аплодисменты тебе. С низким поклоном до кокошника тебе. Счастья тебе, любви, здоровья, самые вкусные тортики у тебя, да. Oh,
еще не заканчивается, да. Мы предоставляем слово вот этому замечательному человеку, у которого гармонь на перевес от группы Viagra, да, такой подарок. Оля, мы тебя так любим, гармошку заказали, будем сейчас плясать, танцы, все сюда подходите, люди, гармонь! Снег, снег!
Легко? Да. Легко. Thank you.
Yeah.
тёлкушку. Веселая! 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 Веселая!